В Иванове стартовал третий всероссийский турнир по кудо на призы Эдгара Коляна, чемпиона мира по этому виду единоборств. С каждым годом первенство пользуется все большей популярностью спортсменов. Приехали у нас на этот турнир на всероссийский 95 человек. Это у нас Москва, Обнинск, Калужская область, Ярославская область, Костромская, Нижний Новгород. Очень приятно, недавно к нам подсоединился в Федерацию кудо. Возраст участников от 6 до 35 лет. Но категория в кудо от возраста не зависит. Она складывается из суммы роста и веса спортсмена. И в каждой из 12 категорий будут выбраны свои победители. На татами важна концентрация и внимание, сила и ловкость. А что первостепенно, каждый спортсмен для себя решает сам. Все пригодится. Все. Кому-то сила, кому-то ловкость. Мне главное сила. Как в любом виде единоборств, без травм в кудо не обходится. Но этот вид спорта тренирует в бойцах силу воли и терпения. Так что многие бои продолжаются даже после посещения медсестры. Видимо, не случайно в Японии кудо называют яростным карате. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.